реализации развития экологической культуры сделаем. Коллега, пожалуйста, Челябинск сложный, наверное, да, самый, или в пятерку входящий, самых грязных городов. Что у вас происходит? Как вы видите, что делает власть, что делает бизнес? Вы видите изменения? Подтверждение было. Пришли гидромет для того, чтобы сверить данные и выяснить, может, у нас данная система что-то обманывает. Оказалось, что просто в это время в гидромете не происходит измерений в ночное время. С этой информацией мы пришли к губернатору и попросили дополнительного финансирования. С помощью этой системы дальше в соседних городах уже в Сибае было выявлено, что официальная система мониторинга на 10 лет, даже 10 лет просрочила свои приборы. Вот. И также эта дальше система распространилась по всей стране. Но вернемся, собственно, к нам в Челябинск. Я экономлю время, сразу скажу, чего мы в итоге хотим. Что есть плохого и что есть хорошего. Плохого все еще достаточно большая неразбериха с происходящими процессами, с поставленными планами, с объявленными результатами снижения выбросов. С чем мы хотели бы разобраться? Хорошим было в предыдущем году наши встречи общественности и Министерства экологии. Больше того, это даже стало шире, и Роспотребнадзор участвовал в дни ведомства. На базе общественной палаты мы проводили встречи и разбирались с работой Министерства экологии за несколько лет с тем, что было сделано. И это очень много вопросов позволило нам задать и услышать ответы. К сожалению, в этом году этот формат не происходит, и те вопросы, которые есть на данный момент, не решаются, не озвучиваются. Да. В итоге, что мы хотим? Официальный отчетный документ о результате реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинске, чтобы мы со своей стороны могли апеллировать к нему и говорить о том, что мы согласны с этим или не согласны. Например, объем снижения и за счет чего он сформировал. Объем, за счет чего мы, взрослые люди, с командой экспертов, действительно экспертов, работающих в своей области, и мы разберемся с этим вопросом. То есть мы понимаем, о чем речь. Второй момент. Важный. Мы хотим, чтобы было опубликовано четырехстороннее соглашение с ведомствами, контролирующими и предприятиями, и правительством о комплексных мерах снижения. И такое соглашение, скажем, раньше публиковалось в предыдущие годы. На данный момент почему мы не можем найти информации и проводим как проблему в Роспотребнадзоре, которую сказали, мы вам предоставим. Так, что-то зависло. Дмитрий Викторович, вы зависли, но уже, к сожалению, времени больше нет. Вы сказали, по сути, главное. Вы сказали, что вам необходим постоянный диалог, и вам необходимы конкретные цифры и документы. Сейчас я переадресую ваш вопрос Сергею Федоровичу Лихачеву, министру экологии Челябинской области. Сергей Федорович. Когда вы сможете предоставить все эти документы? Мы уже предоставили ответы на те вопросы, которые прозвучали на полном столе. Значит, общественность рассматривает эти ответы. Я думаю, что никаких проблем нет.
По поводу комплексных планов, к сожалению, это четырехстороннее соглашение, надо получить разрешение предприятий, которые отказываются публиковать, это их право. Хотя я думаю, что тот же самый Дмитрий Затоплюк был поставлен в известность. То, что касается того, что мы сейчас не встречаемся с общественностью, это тоже не так, мы встречаемся с общественностью. Я не понимаю, Дима, откуда это взял. То, что у нас сейчас ковидная ситуация по всей стране, это понятно, мы не можем принимать на нашей площадке сейчас общественников, хотя постоянно с ними общаемся. Поэтому вопросов по поводу информации для общественников у нас нет, и у большинства общественников таких вопросов нам нет. Мероприятия все мероприятия комплексных планов. Но не сами комплексные планы, а мероприятия, дорожные карты, все опубликованы на сайте Министерства экологии. Я прошу Дмитрия Затоплюка с ними ознакомиться, он прекрасно знает наш сайт. Что касается нашей работы в проекте «Чистый воздух», как бы она известна, мы не скрываем, у нас постоянно делегации из разных регионов страны, не только из 12 городов. И постоянно мы на связи с проектным офисом и постоянно на связи с МФР, поэтому... Сергей Федорович, я прошу прощения, просто содержательно мы уже не поговорим. У меня к вам просьба насчет содержательности. Но если вот коллеги не первый раз повторяют, что необходима дополнительная коммуникация, видите, у всех же разное представление о достаточности. Кто-то может напиться стаканом воды, а кому-то и литра мало. Поэтому я вам предложила бы, чтобы вот это все напряжение снять, все-таки устроить открытую дискуссию с приглашением общественности и обсудить те вопросы, которые существуют. Я сейчас к вам даже апеллирую не как к министру экологии, а как к ученому, который глубоко в теме, который глубже, чем кто бы то ни было, понимает все нюансы. Я глубоко убеждена, что просто есть недоразумение, которое вы у себя обязательно разрешите, а я со своей стороны, конечно же, приняла приглашение приехать к вам в регион и надеюсь все-таки на гостеприимство. Спасибо большое.